2 августа, день пророка Илии. Это утро уже после завтрака, 8 час. Мы сейчас уже в 7 часов стали завтракать, 7:30 время. Вот Игнатий наш вышел на прогулку со своим псом. Туман такой с утра. Не со своим псом, а Сергея Павловича, ураган, пес. Вот они сейчас. И вот гуси у тети Любы Минаевой ходят. Вот недавно были небольшие такие, уже вон какие вымахали. Уже взрослые почти. Красавцы какие. Теги. Вначале кинулся, я его дернул, и он все, и они успокоились. Вот это. Теги. Да замечательные теги. Не боятся, рядышком стоят, но еще поближе подойдут они. Теги. Он сильно белый, самый смелый подходит. Но... Теги. Вот они. До него прогоняют еще. Но... Беззащитные такие. Теги. Ну, я ураган. Теги. Да наговаривают. И курица никто так не говорит, как эти. Голову вытягивают, наговаривают. Но хорошие какие. Хорошие теги. Ну, вот этот белый самый смелый. Не люди. А так приезжают собаку. Так, хорошо. Они все такие, что развили на него. Ой, какие хорошие, красавцы. Ну, теги наговаривают. Ну-ка, тихо. Хорошие теги. Нельзя трогать их. Теги наши, хорошие теги. Ну, рядышком стояли. Ну, хорошие теги. Смотри. Квакнуть я по башке-то, вот. Ага. Смотри, какие теги. Ты сроду таких не видал нигде. Да хорошие такие, да наговаривают. Такая, брат, гусятина. Гусь и не товарищ, да и собака тоже. Гуси, учитесь летать, улетайте, пока вас не погубили тут. Там уж стрелять будут, кого попадут, кого нет, а тут точно под топор. Не верьте никому. Гуси спасли мир, и нам за это никто не пощадит. Ну все, пошли. Все. Вот так приучаем. Сейчас мы пойдем шарика попроведаем. Ну, вчера он шарик-то натерпелся страху-то, видно, и ужинать не стал, лег. И какой-то печальный такой. И он отметил свою территорию, каждый листик. Не заходи, задушу, порешу, растопчу. Когда ушли, он залез и все, вздыхал и лежал, да. Ростом, скажет, не удался, званий никаких нету. А этот пришел, дуралей-то, на мою каноническую территорию. Залез. Ой. Давай. Начинаешь чужую территорию метить. У Шарикова есть епархиальное управление.
О, шарик тявкает. Встает на дубки. Смотри, как он на бутылке. Так, теперь шарик пошел метить. Смотри, скорее, иди, пошел. Первую территорию метит. Вот туда маленько встань. Ну, нельзя, фу. Фу. Шарик, ну, шарик. Ну, он сейчас будет всю территорию метить. Ой, ой, пошел. Так еще, по новой. Подновить афишки надо везде. Таблички выставить. Шарик, а? Шарик. Ну, гляди. И главное, как будто никакого здесь урагана нету. Плевал я на вас, на всех. Пошел. Это моя территория. Ну, все. Вот он где, вот он где. Но шарик хороший. Этот траву ест, нашел. Его кормить надо хорошо травой. Вот он, и третий раз уже пометил. Так, хорошо. Ох, он какой пришел. Когда-то ногу ему откусили. Ну, давай. Понюхайтесь друг друга. Ну, понюхай. Ох. Так, ну что, что? Не трогать его нельзя. Шарик, ну-ка, шарик. Хороший шарик. Ой, как он. Подтягивается. Сегодня уже так не боится. Ну-ка. Все, шарик. Ну-ка, давай. Понюхать там надо сюда. Все-таки интересуется. Ну-ну-ну-ну. Аж поводок дрожит. Нельзя. Фу. Нельзя, это ураган. Ему охота тоже узнать тебя. Паспорт проверить. Кто такой? Кто пришел? Своей верой или еретик какой-то? Ну-ка. Ну-ка. Ага. Вот он как. Вокруг эту территорию. Четвертый раз пометил. У него это все. И отдел юстиции ему заверил это. Он понимает, что давай иди. На чужую территорию я не ходил. Пятый раз, еще раз. Каждый блинку метит. Ну-ка давай пойдем. Сейчас мы пойдем туда. И как он? Ну-ка. Как будто бы ничего не бывало, ходит, види, но дальше не идет. Еще там дорожит маленько на ножками. Ну-ка давай. Давай, понюхай его. Давай. А этому не нравится, когда паспорт проверяет. Какой-то маленький милиционеришка подошел тут. А ваши документы предвидите. Шестой раз. Вот так. Хорошо. Да хороший у меня. Ой, пришел в гости какой. Почему бы не дружить-то вам, а? О! Настоятель тоже мне. А эти вчера лаяли, главное, пошли. Да, на него лаяли. А я его отвел, они друг на друга трое кинулись, как начали рвать один другого. Засняли. Ну все. Ну-ка, все. Давай, давай, давай. Понюхай, понюхай. Ну-ка. О, с каким достоинством повернулся. Так, еще сейчас пойдет, еще пометит он тот угол. Входные двери там закрыты. Седьмой раз. Держи, везде росписи, чернил не хватит, шарик. Так, этот тоже, глянь. Ну, этого шарик не потерпит. Так, это как же так? Переметить территорию. Ну, ох. Ты бы сейчас его привлек к ответственности за это. Да, так он дома. Границы не нарушал, Майдан не устраивал. За что его преследовать? То, что меньше тебя... Его бомбить надо. Он не игиловец. Вот так. Так, он проверяет теперь, где зарыл косточки все, чтобы он случайно не взял. Ну-ка. Так, смотрит, далеко нет мое убежище. Он не спрячется нигде от урагана-то. Ну все. Теперь смотри, как он оживет, когда я пойду. Все.
Эту метку он не простит теперь, все. Что-то слизывает. Афишу-то сорвать не может, двуглавую орла. Так он языком его уничтожает, аж дрожит тебе, смотри. От головы до писи. Ну куда, куда? Хватит. Ну все, пошли. Пошли. Шарик, мы пошли. Так, переметит. Свою вывеску сделать. Восьмой раз. Ой, ой. Ушел. Ушел. Все. Вот теперь голос подал. А то кто там голос подает? Кто там жалобу пишет? В органы власти. Ну-ка. Вот это пишет. Разберись с ним, на. А уже еще нету. Чернил нету. О, с какой важностью. Эй, ураган, тебе далеко до его благородства. Ты все разделил. Ненависть рождает. Все. Пошли. Молодец, Шарик. Молодец. Умница наша. Смотри, холосый. Ну, Шарик. Давай с Богом, Шарик. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Да, посмотрим. Чем у нас другие занимаются с утра. Открываем калиточку. Вон и гусятки ходят. Гуляют. Давай еще сейчас к кошке зайдем. Посмотрим, как она его будет. Это Сергея Павловича Пупкова велосипед. Он сидит за столом. Ест, сидит. О. О, брат Никита разминается с утра пораньше. Это только может позволить Игнать на себе такую прогулку. Здесь ее нету. Пойдем туда. Рыжая, ты где? Вот она, рыжая, вышла. Види, види. Ну-ка, заходи. Ну-ка. Ну-ка, вон она как, обратно полезла, видишь? Угу. Вот она где рыжая-то, ох она рыжая. Оттуда ты гляди, одним глазом гляди. И шипит, ага. Фу. Тихо, нельзя, фу. Ох, она в коробке сидит. Как интересно. Оттуда такая, ну, нос показывает. А уже не бросается. Фу. Нельзя, это наша кошка. Рыжая, у нее маленький там. Она защищает себя. Ты вот здесь, вот ставь рядом-то, как ее видать. Ты видишь? Да, вижу. Она никуда дальше-то. Она задницей заткнула этого. Котенка. Там у нее маленькая дочка растет. Урик. Ой, пришел мой душитель, вот он. Люди, кошки, это наши. Пошли, друзья. Пойдем, привязывай. Какой, все. Какой большой, а. Мы приучаем с гусями, Шариком встречался, гусей уже не трогали. А гуси потом прям подходят, шипят на него. Ну, он... Учить надо? Может, да. Способный. Ну, если намордник одеть, он... Видишь, ему обидно то, что сила есть, а нигде применить не дают. Да, ну, прям мощный такой. Все, я пошел его поставить.
На цепь сажать. Вот так, все. Пойдем, рядом. Рядом. Да все, Коля, хватит тебе, тащи. Молодец. Где у нас там Нестор Андреевич еще? Коля отходит вокруг, чтобы тут опасно с братом Никитой обходить его. Так, что у нас тут Нестор делает? Нестор тут исправляет свои ошибки. Не свои, но и твои общие. Вы же складывали тут, ходили. А Кося, Коля, Маша. Маша, Коля, все. Я хочу спросить. Ну, вот так вот. Так утро сегодня началось у нас. И все, слава Богу за все. Аллилуйя.